Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру «Животные против лесорубов». Ну что ж, поехали. Так, мы с тобой остановились вот на этой миссии. Пройдем, и, видимо, после этого у нас будет открыт доступ на эту территорию. А может и нет. Потому что мы можем с тобой через вот эту вот лодочку перебраться вот на этот материк. Ну что, как говорится, гадать не будем. Давай-ка мы, наверное, с тобой проверим. Так, загрузочка. И кто у нас тут? Новые враги будут? Твою ж дивизию. Смотри. С пилой. Эти с топориками, а этот уже тут с пилой. Так, и нам предлагают взять тигра. Точнее, даже льва. Сколько? 650 стоит, чтобы открыть одну ячейку. Ребята, 650. Ну это... Я даже не знаю. Блин, ну мне хочется посмотреть льва. Крокодила убрать. Блин, ну он прикольный, крокодильчик-то. Ладно, давай попробуем. Разочек, наверное, все-таки можно. Так, что мы с тобой оставим? А сколько здесь стоит? Ёлки-палки, 950. Я припарюсь копить вот эти вот желуди. Если честно. Ладно, пойдем. Посмотрим, что у нас вообще из себя представляет лев. Может быть, его даже и брать не стоит. Фиг его знает. Давай проверим. Так, улей. Угощайтесь, мне не жалко. Так, второго уровня прокачаем. Ой-ой-ой-ой, он уже начинает пилить. Ты посмотри. Ты посмотри, что он творит. Где мой лев? А почему так медленно? Ты... Что он делает? Что он делает? Твою ж налево, там эти, да, по ходу дела, мешающие. Да, эти. Десантура спускается. Не могу я понять, он просто стоит и ничего не делает. Как так-то? Лев. Блин, сейчас, по-моему, мы с тобой потеряем дерево. Они его все-таки распилят. Да. Скорее всего, так оно и будет. Ты посмотри. Я думал, тигр, ой, лев будет за нас драться, а он просто стоит там что-то и рычит. И толку от него в таком случае, скажи ко мне на милость. Крокодил хоть атакует сзади, а этот просто стоит и рычит. Молодец, красавчик. Нет, ребята, я его, наверное, все-таки уберу из нашей команды. Так, подожди, кто у нас там мешается, а? Где он, в конце концов, находится? Ты посмотри, что он делает, а? Ты посмотри, что он тут делает. Там еще один, ребята, команда лесоруб вылетел. Так, ладно. Вызовем с тобой льва и гориллу. Не могу. Такое ощущение, что когда он рычит, он должен то ли устрашать врага, то ли еще что-то, но он ничего не делает. А тут у меня потихоньку разбирает, да? Давай лучше вот вызовем с тобой этого оленя. Так, улей, конечно же. Так, 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 это у нас последняя волна. Мы, если справляемся с ними, то уровень будет пройден. Вот, я понимаю, гориллы, да, они отважно дерутся, но лев, конечно, меня разочаровал. Я лучше бы крокодила вызвал, он бы вот этого сейчас за задницу уже давно бы съел. Ребят, если что, пишите в комментариях, что у нас делает вот этот вот лев. Он просто рычит. Просто рычит и все. Может, он атаку делает слабее врагам, я не знаю. Все, победили. Самое главное, это, конечно же, победа. Фух, ну что же. Давай посмотрим. Так, что-нибудь хорошенькое дайте, пожалуйста. Ну, конечно же, листочки. Что тут могут мне еще дать? Да, смотрите-ка, друзья мои. Мы с вами действительно перешли на новую территорию. Но мы можем и здесь перейти на новую территорию. Вот сиди теперь и думай, куда же все-таки лучше пойти? Сюда? Ну, здесь большой материк, а здесь маленький. Давай сюда пойдем. Ну, я все-таки уберу льва. Не хочу я. Мне он не понравился. Я не знаю, как вам, друзья, но мне он не понравился.
Ох, елки-палки, тут еще круче лесоруб. С бензопилой плюс в шлеме защитом. Так, уберу я этого, возьмем вот так вот. Что же ты делаешь? Где бы твое описание бы посмотреть? Ладно, сейчас не до этого, друзья. Сейчас нам нужно спасать лес. Погнали. Так, прокачка. Сразу же с прокачки начинаем. Вот так. Три волны здесь будет. Три, ребят. Так, сразу еще гориллу. Ага, бегут. Бегут, сломя голову. Так. Давай, 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 давай. Пчел, конечно, как-то тоже нужно прокачать, чтобы они наносили побольше урона. Так, гориллушка моя тоже подходит. Слушай, давай, наверное, вот так сделаем. Блин, надо было крокодила. Смотри, 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 идет, идет. Он медленно идет, но угрожающе. Твою же налево, а. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, там еще и медик. Что? А что так быстро-то? Эй, там еще чувак со взрывчаткой бежит. Ты посмотри, что они делают. Срочно улей. Так, мне нужен... Кто мне нужен? Я даже не знаю, кто нужен. Крокодил? Зачем мне крокодил? Хотя ладно, пускай будет крокодил. Ёлки ты палки, а ты посмотри. Слушай, ну крокодил намного лучше, чем лев. Намного, ребята, лучше. Поверьте мне. Жалко они, конечно, что ушли куда-то гулять. Так, давай. Обезьянки бомбим. Вот эти вот обезьянки вообще прикольные, ребят. Надо их прокачивать. Они бросаются кокосами и наносят офигенный урон. Причем издалека. Горилла только вблизи бьется. Ну-ка, улей скинем. Так, нам надо еще, наверное, крокодила с тобой попробовать призвать. Пускай он их зазай. Особенно вот этого, со взрывчаткой. Ну, эх, не попадает он, понимаю. Ой-ой-ой, бедная горилка моя упала. Так, быстро-быстро, нам нужно очень много энергии. Минус медик. Давай так сделаем. Может быть, еще одного крокодильчика позвать, а? Что скажешь? Наверное, надо, да? Нет, лучше мы сделаем не крокодила, а оленя. Нет, все-таки крокодила. Все-таки крокодила. Так. Кокосики. Сбросим. Гориллу позовем. Блин, жалко гориллу под... Ой, крокодила подбили моего сейчас. Слушай, может быть, оленя позвать, а? Нет, крокодила, потому что тут уже со взрывчаткой плюс медик подтянулся. Давай, родные мои, жарим их. Некогда отдыхать. Бомбим, друзья мои, бомбим. Молодец, крокодильчик, спасибо тебе огромное. Ты меня очень сильно выручил. И еще раз выручил. Давай еще одного крокодила позовем. Пускай он их кусает. Так. Улей. И горилку позовем. Слушай, ребят, вообще изумительно. Крокодильчик тут офигительно мне помог. Вот серьезно тебе говорю. Он сзади их только и кусал. Так, ну что, остается разбить эту машину. Вот эти вот макаки вообще классные. Издалека бомбят, причем довольно хорошо наносят урон. Их смысл есть прокачивать. Ну что же, мы с тобой победили. Фух. Давай что-нибудь прекрасное. Только не листочки, а. О, арбузик. Спасибо. Новое достижение, ребята, я получаю. Джек Рейнджер. Так. 109 желудей у меня сейчас в данный момент. И мы с тобой можем пройти дальше. А что тут у нас? Ага, гамбургер еще какой-то. Принять. 92 листочка. Так, значит, мы можем с тобой прокачать ведь. Так. Вот
крокодильчика бы хотелось бы, наверное, прокачать. Нифига себе, урон будет 416 плюс 44. Точнее, урон не урон, а жизни будет 416, а урон будет 44. Но вот эти вот макаки тоже очень хороши, ребят. Очень хороши. Сколько у тебя стоит? 260. Надо подождать, ребят. Прокачать элитный скилл обязательно надо будет. Слушай, может быть... Ага, день второй, я не забрал награды, оказывается. Так, ладно, не будем смотреть. Хотел глянуть, но передумал. Так, прокачка. 84 листочка, да? Слушай, ну и горилла, в принципе, тоже неплохо прокачивается. Блин, я даже не знаю, что делать. Смотри, буст... Да, ребята. Лев ускоряет наших животных на атаку и на бег. Вот что он делает. А вот это вот элитный скилл может даже сделать стан или контрудар. Хм. Блин, олень тоже классный. Но мне почему-то кажется, что надо вот этих вот прокачивать, ребят. Они у меня как бы основные, ты понимаешь? Они забрасывают кокосами, и как бы мы с тобой за счет них только и выживаем, в принципе. Ну что, попробуем с тобой дальше продвинуться маленько. Авось получится, а? Твою ж налево, как посмотришь на этот отряд, аж в дрожь бросает. Ну что, пойдем, малыш. Будем сейчас разбираться с ними. Так, прокачка. Гориллу. Так. Давай атакуй. Мы сделаем так вот уже. Заранее с тобой набросаем здесь кокосов, да? Уже начинает сверликать, понимаешь? Уже начинает сверлякать. По моей базе. Ой, базе. Деревья, конечно же, деревья, ребят. Не понял. Там кровотечение висит на ком-то. На горилле. Оу. Вот они что могут делать. Так, по-моему, нам надо с тобой крокодила здесь позвать уже. Что скажешь? Надо или не надо? Так, твою налево. Кто там дерево уже рубит? Опять этот командос. Ну ты посмотри на него, а. Так, мы с тобой быстренько собираем бананы. Команда Джек достанет, а. Так, мне крокодил помогает, помогает он, родной. Давай еще одного крокодила позовем. Блин, подкрепление нам с тобой не дождаться, потому что там уже дерево бомбят. Да и смотреть идти туда некуда, понимаешь? Ёпарсеты, ты посмотри, что творят. Не, крокодил, конечно, помогает нам. Крокодил нам помогает. Но нас немножко притесняет. Вон, смотри, почти уже срубили дерево, ребят. И его сейчас, наверное, уничтожат. Нам нужно постараться. Крокодил нужен. Пришлось потратить. А что ж поделаешь, ребят. Крокодил, давай, выходи. Так, мы немножко их сдвинули обратно. Там опять кто-то дерево рубит, а? Ну ты посмотри. Опять этот Джек. Команда. Так, давай крокодила позову. На помощь. Че, опять нас тут смещают, ребята? Да, опять смещают. Крокодил, выручай. Смотри, дерево уже на соплях там держится. Все равно должен отбиться. Обязан мы с тобой здесь отбиться от них. Крокодил, выходи. Давай, кусай их там за задницу всех. Так, арбуз я пока тратить не буду. А вот это улей брошу. Да
Да не может быть, неужели прошли? Прям не верится даже. Сейчас мы эту машину уничтожим. Не, крокодил круто, ребята, помогает. Мне кажется, надо его прокачать. Он вообще вот с медиками, со взрывчатниками расправляется на изи. Главное, чтобы мы с тобой дерево это спасли, а то оно могло упасть уже в любую секунду. Так, что нам здесь выпадет? Оп, ну понятно. Новое достижение я получил какое-то. Так, 1000 листиков. Слушай-ка, смотри, у нас с тобой миссия есть по спасению животного. Как ты на это смотришь, а? Я лично смотрю на это положительно. Чтобы пойти и спасти его. Так, давай-ка посмотрим, что у нас по улучшению здесь выходит. 40 листиков, в принципе, недорого, ребят. Блин, вот моего бы главного персонажа еще качнуть было бы тоже неплохо. Потому что он все-таки стоит там и атакует. Причем один из первых, который начинает бомбить врага. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, сколько здесь все это стоит-то дорого. Хоть бы бесплатно бы дали бы что-нибудь. Ну что, давай попробуем. Давай попробуем спасти, я не знаю, что это у нас за животное сейчас будет. А нам покажут, в принципе. Кто? Ох ты, змея, ребята. Слушай, мне кажется, ну, я уже вот предполагаю, что змея будет отравлять врагов. Ну, это логично же, да? Для змеи, я думаю, что да. Так, побежали быстрее. Побежали, побежали, побежали. Так, давай сделаем, наверное, таким вот образом. Так, сразу гориллу еще призовем. Угу. Надо было крокодила, наверное, вызывать. Хотя, черт его знает, что тут надо было лучше сделать. Ну, давай попробуем накопить на крокодила, пускай он их там кусает. Пока их не так много здесь, да? Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, крокодил, сзади тебя стреляют уже. Как же так-то? Еще и станет его, ты представляешь? А там-то кто мешается, не понял. Так, давай крокодил еще одного вызовем. Кто там дерево пилит? Не врублюсь никак. Какого шиша ты тут делаешь? Эй! Блин! Друзья мои, подкрепление не скоро придет, по ходу дела у нас. Ёпрасоте, ты посмотри, что творится. А чё так много врагов-то? Эй! Ну-ка, отравляем их. Пускай тут погибают гориллу. Так, гориллу позвали. Ага, этот со взрывчаткой там еще бегает. Смотри на него. А вот интересно, крокодил сейчас уйдет. И вот если, например, там этот Джек стоит, он его будет бомбить или нет? По идее, как бы должен. Горилла, зря ты туда, конечно, высунулась-то. Сейчас тебя быстро тут распетрушат. Мы можем тут ухильнуться, если что. Но пока не стоит. Но теперь надо. Смотри, взрывчатку прям... Ай-яй-яй, прям под ноги бросает. Бедные мои горилки. Крокодил, ты где там? Кусает. Крокодил, друзья мои, кусает. Так, хочу еще одного оленя призвать. Сразу бросим улей. Вот так вот. Опять рубит, а? Ну ты посмотри. Он опять там рубит дерево. Гад этот. Тем самым задерживает, понимаешь, моих животных, которые на помощь вовремя не могут прийти. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Как же так-то, крокодил? Ох! И помощи ни от кого, да? Ждать, ребят. Все, сейчас деревом потеряем с тобой. Ты посмотри, что они творят. Уходим, 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 уходим. Одно дерево все-таки мне подбили, а? Ты глянь, что творят. Да, друзья мои, без прокачки-то тут все плохо. Первый раз у нас с тобой спилили дерево. Ну, опять же тебе повторю, это все из-за того, что, ребята, у нас слабая прокачка. Они слишком крутые, чуваки. Как вот, интересно, мне сделать, чтобы на базе быстрее копилась энергия.
как это сделать, а? Я вот, например, не знаю. Так, опять там кто-то мешается, а? Ну ты посмотри. Опять там этот хмырь сейчас будет задерживать мои войска. Вон он прилетел. Жесть. Ой-ой-ой-ой, ты смотри, что тут творится. Блин, ну змею я должен спасти, ребят. Змея мне нужна, наверное. Посмотрим. Этот со своим динамитом достал уже там. Так, давай соберем, наверное, бананы. Крокодила вызовем, да? Ох, тут ресурсы лежат. Давай, 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 быстрее, малыш. Крокодил. А, там два крокодила, отлично. Опять начинает дерево, а, стругать. Ну, крокодильчики, ё-моё. Прекрасно. Давай, улей. Блин, может быть, улей заменить, а? Ребят, что-то он как-то слабенько урон наносит. Или враги просто-напросто слишком сильными уже стали. Ну, давай вот этого вот. Есть, все, последний, друзья мои. Нет, змея должна быть наша. Так, машину сейчас разбомбим с тобой. Зачем я крокодила призвал, если он... Да. Есть. Фух, все такие довольные. Но всего лишь два дерева, ребят, к сожалению. Угу. Змейка, вот она. Что же ты делаешь, а? Это кобра у нас. Ну да, атакует противников. Блин, хоть бы раз перец выпал. Что он значит? Гриб. Так, новое достижение. За спасение кобры мы получили 500 опыта. А здесь что нас поджидает? Ага. Забрали. Слушай, ну что-то мне кажется там сложно, может быть, нам пойти сюда пошуршать. Так, зима, все дела. Тут какая-то у нас атомная. Ох, ё. Вы... Подожди, это все одно и то же или это... Что-то я не могу понять. А, это просто прокрутка. Фу, я уж подумал, нифига тут карта, чуть плохо не стало мне. Значит так, кобра. Улучшаем. Конечно, надо улучшать, посмотреть, что она из себя представляет. Атака не очень большая, ХП тоже не так много. Ну и я думаю, что за счет яда. Подожди, а где у нас тут? Откуда я начинаю-то? Ой-ой-ой. Я, кажется, потерялся, ребята. Ну-ка. Вот. Ну давай смотреть. Что у нас тут? Зимний лес, по идее, получается, да? Мы с тобой... Ну да, зима. Такая, значит, либо... Ох, ё. Тут еще и двойные топоры. Хм. А если я вот так вот сделаю? Кто? Лесоруб-эльф? Ты сейчас серьезно? Лесоруб-эльф? Ладно, давай посмотрим. Побежали быстрее. Так, посмотрим, что, ребят, делает кобра. Сейчас мы с тобой будем все за этим наблюдать. На тебе. Так, посмотрим. Ох. Она, ребят, плюется. Ну, наконец, у нас тоже появился хоть какой-то юнит, который может стрелять. Это классно. Так, против стрелков, естественно, ребята, крокодил она. Ой-ой-ой-ой, бежит, 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 ребята. Бежит эльф сумасшедший этот. Бежит сумасшедший эльф. Ё-моё, вот это у них скорость, ребята. Ты посмотри. Так, давай-ка еще одну змею с тобой призовем. Да на ты.
Что-то как-то их тут дофигища, чересчур дофигища, ребят. Может, травануть их всех, а? О, крокодильчик сзади подкрадывается. Давай, 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 родной мой, бомби их. Солидно. Зачем ты меня покидаешь? Ну, крокодил, ну не надо уходить. Змея, а? Кусай. Так, прокачка. Прокачка нашей базы, ребят. Что там такое? Что написали, не могу понять. Слушай, ну отравление это хорошо. Ребят, я сразу вижу, что... Ну прямо чувствуется, что... Идеально нам подходит отрава. Так, закидываем, запинываем их. Ой-ой-ой-ой, горилочки мои родные. Сейчас погибнут. Так, а здесь последняя волна, да? Эть. Ой-ой-ой, макак начинает разбирать, ребят. Кто нам поможет? Нам поможет с собой крокодил. Как раз вот против этих всяких медиков, стрелков и прочего. Ой, уже дерево начинает рубить они. Блин, не надо было мне, ребята, убирать улей, по ходу дела. Ну-ка, на тебе, гаденыш по башке. Три змеи. Травят их правильно. Так и надо их затравливать всех. Слушай, по-моему, мы здесь с тобой пройдем. Да. Ну, что я тебе могу сказать? Очень даже неплохо. Очень даже неплохо. Змея делает свое дело. Ну, атака слабенькая. Да, она травит, но атака слабенькая. Ладно, посмотрим, как у нас там пойдут дальше дела. Зато три дерева спасли. Так. Мы должны с тобой получить... Что же вот это означает такое, а? О, 6 листочков. Ну и куда мы с тобой двигаемся? Ух ты. Типа в трех направлениях. Как бы ресурсики бы мне нужны, если честно. Ресурсики нужны. Так, 50 листочков. Что я могу за 50 листочков сделать? Абсолютно ничего, да? Вообще, 50 листочков, говорят, это ни о чем. Пойдем тогда за ресурсами с тобой. Побежали. Слушай, а может быть вместо... Нет. Ой-ё, а это еще кто, ребят? Санта-Клаус, что ли? Или... такой. Блин, я думаю, может быть вместо гориллы взять оленя? Эх, даже не знаю. Ладно, пока ничего. Блин, не хватает. Давай, наверное, все-таки мы улей с тобой возьмем. Вот так вот. Блин, хотелось бы, конечно, приоткрыть все вот эти ячейки, которые у нас с тобой закрыты в данный момент. Прям вот чувствуется нехватка, да, ребят? Давай так сделаем. Начнем с крокодила и гориллу. Давай-давай, правильно его за задницу. Кусай, 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 кусай. Ой, они там, конечно, его сейчас, бедного моего крокодильчика-то, вдвоем нахлобучили. Хотя, эй, бежит, 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 эльф, засранец. Ну как эльф? Это не эльф, на самом деле, это лесоруб, просто его почему-то здесь назвали эльфом. Так, змея моя начинает плевать. Опять там эти появились, а, ребята? Нужен крокодил. Нужен крокодил. Так. Пускай он их там кусает. Блин, улей очень долго откатывается. Но зато наносит массовую атаку. Все-таки это нельзя, как говорится, да? А вон, ребята, смотри. Вон он этот чеканутый. Что он делает там? Ты серьезно? Ты, блин, сейчас... Серьезно? Ё-моё. А ну-ка. Крокодил, давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай. Я офигею с этого дяди. Со своими фейерверками здесь пришел. Ну-ка. Так, макаки.
улей. Подбили мы его. Голодранца этого. Так, змею позвал. Сколько? Последняя волна сейчас будет. Идет, идет, крадется, смотри, бежит. Так, что там опять? Ламберджек, это что-то... Вот что это означает, ребят? А, все, я понял. Типа десантура идет, да? Готовься. Окей. Десантура идет, блин. Ух, сколько вас тут, а ты посмотри. Так, нужен крокодил, наверное. Да-да-да, потому что опять этот охламон появился. Кусай его за задницу. Крокодил, давай, да ты куда ты переключился? Ай. Что-то как-то не получается у нас, да? Так, правильно, там он опять. Опять, друзья мои, вражина мешается. Только из-за этого не можем пройти. Блин, как ты меня бесишь, а? Санта-Клаус. Дровосек переоделся в Санту, да? И довольный такой. Есть, моя компашка пришла. Подкрепление прибыло. Совсем другое дело. Так, крокодильчика надо. Крокодильчика. Давай-давай-давай, крокодила. Вот он. Вот так вот кусай там всех. Минус. Так, что дальше нам? Так, здесь забираем. Еще одного кобру позовем. Так, это последние. Да, ребята, это последние враги. Сейчас мы тут забомбим. Ать. Улей. А улей не наносит урон, походу, дела, да, машине? Ладно, ничего страшного. Все равно тут побед за нами. Не забывай, что мы пошли сюда за ресурсами. Опачки. Ну-ка. Вы серьезно? Ну вы сейчас серьезно? Один грибок не дали, молодцы. И 10 листочков. Ну, если честно, я не ожидал, что мне дадут просто-напросто один вшивенький грибок. Да. Обрадовали. Ну, давай сюда пойдем с тобой. Будем разбираться наверху. Подзачистим все. Так, противников нет, надеюсь, новых? Слава богу, нету. Так, все как есть оставляем. Блин, что-то я коплю эти желуди. Никакого толку, никак не могу накопить. Ага. Так, начнем со змеи. Начнем со змеи и с крокодила. Пускай он их там кусает всех. А где крокодил-то мой, я не понял. Что за дела? Я вроде попробовал призвать крокодила. Так, они сейчас дерево тут распетрушат. Что там, опять кто-то полетел, приземлился или что, или как? Угу. Давай. Крокодил, надо крокодила вызвать. Вот, пошло дело. Так, здесь будет две волны у нас. Пока идет первая. Крокодил, кусай медика. Ты... Что ты делаешь? Вот, наконец-то. Так, гориллы, конечно, у меня вообще погибают моментально. Так, что нам еще? Давай еще одну призовем. И макаки, макаки здесь нужны. Так, улей, быстрее созревай. Так, желуди забираем. Че у вас так дофига-то здесь, эй? Крокодил, ты как, поможешь мне или нет? Давай, выходи. Финальная волна. А почему я улей не могу бросить, эй? Улей вроде бы был в откате. Странно. А что, у меня змеи нету больше, что ли? Я думаю, что... Нет, по-моему, должна быть. Нет, нету, ребята. Так, две змеи позовем. Что ж ты будешь делать? Что так люто-то? Нате вам, улей. Кушайте, не обляпайтесь. Горилла. Ай, крокодил нужен.
Нам нужен с собой крокодил. Быстрее, 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 быстрее. Накопилось тут всяких ненужных нам. Так, крокодил бомбит. Улей летит. Змея вызвана. Ну? Готов, парень. Ну что же, последний лесоруб здесь у нас. Вот таким вот образом. Ну что, закидываем кокосами эту машину. Да, улей не наносит урона, ребят. Сейчас, сейчас, сейчас мы тебя разнесем в хламину. Готов, парень. Деревья спасены. Так, бонус. Ну давай что-нибудь путевое, пожалуйста. Давай, вот это. 10 листиков. Ну неплохо, 10 листиков, ребят. Куда у нас тут? Угу. Типа в обход так будем, да, с тобой идти? 140 листочков. Так, а что нужно? Сколько тебе? Блин, 460. Ну это... это дофига. Тут 260. А, смотри, горилла может атаковать и отбросить противника назад при атаке. Ну что, давай, наверное, я не знаю, нашего прокачаем. Наверное, да? И все. И больше не хватает. Погнали сюда. Погнали. Нет, ну нашу макаку, вот эту главную, обязательно нужно, ребята, прокачивать. Потому что, во-первых, чего, у нас уже 71-я миссия. Как так-то? Потому что она у нас одна из первых идет в бой. Понимаешь, да? Она как бы начинает вот эту всю заваруху сдерживать врагов. Поэтому, ну, без нее, ну, никуда. И ульи, блин, я забываю прокачать скиллы. Скиллы же тоже нужно качать. Они уже, наверное, опять. Опять этот бежит. Посмотри на него. Ой-ой-ой. Я слышу звуки пилищего дерева. Ну ты, блин, серьезно, что ли? Смотри, 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 как быстро они тут. Оу. Тут еще и команда Джек прилетел. Вот зафига ты сюда, а? Вот кто тебя сюда звал? Змея, давай, давай, плюй ядом своим. Плюй ядом своим. Да, что-то наш дружок совсем мало урона наносит. Так, кто нам нужен? Крокодил. Потому что, видишь, сзади уже накопилось там стрелки. И их нужно уничтожать. Так, минус стрелок сейчас будет. Так, змею. По идее, надо призвать. Давай так и сделаем. Змейка, я тебя жду. А вот это вот плохо. А, смотри, крокодил помогает все-таки нам. Если вот такие вот охламоны появляются, да? Понятно. Это плюс, огромный плюс для нас. Так, улей быстренько бросаем. Но нужен опять крокодил. Потому что вот этот стрелок паршивый там стоит. Опа, кто-то уже там дерево начинает пилить. Так, секунду, 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 секунду. Дай сюда энергию. Гориллу вызываем. Ух, ё. Они прорываются, а знаешь почему? Потому что вся моя команда осталась позади. Там их сдерживает этот чувачок, который на парашюте прилетел. Дерево, дерево держим. Не даем его срубить. Крокодильчик помогает, хорошо. Блин, очень мало здоровья, конечно, осталось у вас. Да куда ты бросил-то, господи? Все, мы справились здесь, ребята. Остается только уничтожить машину. Фух. Давай, давай, поднажали. Ну, чуть-чуть осталось. Изи. Офигеть. Ну и уровни, а.
давай бонус. Вот это. 6 листочков. И, блин, опять боевка. Опять боевка. Я думал, что может какое-нибудь животное. Тигр. Вот, надо кого нам прокачивать с собой. Змейку. Прекрасно. Ну что, дорогие друзья, давайте мы с вами на этой ноте закончим эту серию. Обязательно увидимся в следующей. Так что всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.